что значит имя Кирилл. Кирилл звучит очень жестко и властно. Значение имени Кирилл говорит нам о том, что этот человек настолько общительный, привлекательный и дисциплинированный, что иногда даже думаешь, откуда он такой взялся? В основном именно эти черты характера проявляются в мальчике, а затем и в мужчине с таким именем в большей степени. Безусловно, такое толкование характеристики для Кирилла выглядит скорее позитивно, но это только на первый взгляд. На самом деле, история показывает, что многое зависит от детства и правильного воспитания. На характер имени Кирилл можно и нужно грамотно влиять, прививать любовь и уважительное отношение к другим людям, учить прислушиваться к чувствам окружающих и смотреть не только на внешнюю оболочку, но и на внутреннее содержание. Ведь не зря существуют и уменьшительно-ласкательные варианты «Кирюша», «Кирюнечка», «Кира». Это значит, что их обладатель отличится не только идеальной внешностью, но и особой внутренней чувствительностью. Вы назвали бы ребенка этим именем? Да нет, две теории происхождения имени существуют, две теории, описывающие происхождение имени Кирилл. Но какая из них правильная, остается лишь тайной. По одной из версий, имя Кирилл пришло к нам из древнегреческой Византии после крещения Руси. И произошло оно от более короткой формы «кир», что в переводе с греческого означает «владыка», «господин». Другая же история происхождения предполагает, что имя упоминалось в Древней Персии и обозначало «солнце». Имя Кирилл буквально источает силу и власть, а потому иногда нуждается в смягчении каким-нибудь более уступчивым отчеством. В ином случае, взрослая Кира будет идти по жизни как таран, иногда проходя и по головам. Совместимость мужчины с таким именем с другими людьми будет минимальной. Имя это не слишком распространено, хотя носят его не только люди, ведь даже один из сильнейших ураганов в 2007 году, пронесшийся по большей части Европы, получил название Кирилл. Требовательно к себе и остальным людям имя подразумевает большую степень серьезности, надменности и вместе с тем совершенства. С самого детства Кира старается быть лучшим во всем, делать все задания безупречно. Он очень любознателен, не сидит на месте и порой может довести родителей своими бесконечными «почему» до белого коления. Так история о имени Кирилл показывает, что эти люди действительно рождены властвовать и, надо заметить, у них это хорошо получается. Они требовательны как к себе, так и ко всем остальным, поэтому друзей у обладателей этого имени обычно не очень много. Внешне Кирюша выглядит очень спокойным и уравновешенным. Однако мало кто знает, что в подростковом возрасте за этими чертами характера скрывается неуверенность и готовность в любой момент дать отпор обидчику. Он старается всегда быть настороже. Родителям стоит внимательно присматриваться к Кире, чтобы вовремя заметить этот барьер и постараться привить своему ребенку чувство юмора, так ему легче будет смотреть на себя в глазах окружающих. Можно даже свести это к игре, давать описание какой-нибудь похожей ситуации и объяснять с улыбкой, какое отношение к ней будет правильным. Ленив, но талантлив и умеет работать в краткие сроки, интеллекту, смекалке и изобретательности Кирилла можно только позавидовать. Ведь он с легкостью решает самые трудные задачи как в жизни, так и на работе. А если обладателю этого имени удастся спрятать, а еще лучше погасить на корню свою раздражительность, то ценно ему не будет как специалисту или руководителю. Характеристика имени Кирилла одарила своего обладателя поистине завидным набором качеств: скромность, нравственность, честолюбие, хороший вкус, вера в свою правоту и свои силы. Все эти достоинства в сочетании с теми, что идут от толкования его имени как господина, помогают Кире найти и занять свое место в жизни, стать успешным и в карьере, и в личной жизни, и в саморазвитии. Некоторая леность, присутствующая в характере, часто окупается талантом и умением работать в сжатые сроки. Четко поставив себе цель, Кирилл будет добиваться ее несмотря ни на что. А может, ему в этом отличная память, умение быстро разобраться в ситуации и внимание к деталям, каждая мелочь для него имеет значение. Черты характера: любознательность, честолюбие, высокая нравственность, перфекционизм, интеллект, раздражительность, вспыльчивость, напряженность, занудство, самолюбие. Выбирает жену, которой можно похвастаться, амбициозно Кирилл. Зачастую будет выбрать себе жену так, чтобы ею можно было похвастаться. Поэтому внимание Кири будет сосредоточено, в первую очередь, на внешнем виде. Хотя это вовсе не означает, что из него получится плохой муж, ведь он искренне будет любить свою избранницу.
Правда, иногда Кирилл все таки будет срывать на домашних весь накопленный на работе негатив, который, кстати, от других держит в тайне. Поэтому семье придется проявить чуткость в этом вопросе и не принимать все эти выпады близко к сердцу или на свой счет. Стоит помнить, что это просто временное дурное настроение, не более. Хорошие и плохие пары согласны тому, что означает имя Кирилл, он пользуясь большой популярностью у женщин, остается верен жене. Значение имени Кирилл для мальчика. Значение имени предполагает наличие у мальчика властности, чувства собственности. Правда, поначалу оно будет не слишком заметно, ведь все дети привязаны к маме, заметить тут желание обладать ей единолично трудно. Ребенок растет общительным, улыбчивым, однако, к посторонним относится немного с настороженностью. Слишком завышенные критерии, маленький Кирилл очень любознательный, вдумчивый. Им движет желание быть первым лучшим, что означает завышенную планку для себя и окружающих. Этот ребенок не видит преград, честолюбивый, настойчивый, уравновешенный Кирилл обязательно добьется успеха. В чем Кирилл добьется успеха? Главным стимулом этого мальчика в учебе будет стремление стать умнее других. Это должно помочь Кириллу занять положение формального или неформального лидера в коллективе. Признание взрослых людей играет важную роль при формировании личности Кирюши. Он обладает отличной интуицией и умеет чувствовать людей, грамотно их направлять. Умеренность и юмор прежде всего, если вы выбрали имя Кирилл своему сыну, не стоит его перехваливать, иначе зазнается. Роль похвалы очень велика, однако она должна быть по делу. Стоит научить своего ребенка с юмором воспринимать любые курьезы или неудачи, которые случаются. Это обязательно поможет Кирюше в жизни. Какие игры понравятся Кириллу? Мальчик любит такие игры, где ему позволяют верховодить. Благодаря своему воображению, Кирилл часто выдумывает какие-нибудь истории, например, о космических захватчиках или пиратах, чтобы затем стать вожаком в захватывающей игре.